доктор економічних наук, проректор одного з кращих університетів Дніпра. Він спеціалізується на інноваціях, викладає в Європі і знає все про економічний розвиток. Окрім цього, він не забуває посміхатись і активно займається спортом. Хто він? Давайте знайомитись. Друзі, герой нашого випуску вирішив нас моментально шокувати своєю активністю. Знайомтесь, Володимир Момот. САП, взимку. Я вперше таке бачу. Останній день осені. Так, але вже от майже-майже зима. Я розумію, влітку ви любите ходити на САПі, ось тут, у Дніпрі. Зимою часто це відбувається? Ну, в прошлом году я навігацію закончив 20-го, якщо мені не зміняє пам'ять, ноября. Вот, в этом году навигация чуть растянулась, потому что вы видите, что поверхность воды спокойная и, в принципе, не так холодно, если нормально одетым быть и если действительно любить такие вещи. Ви викладач у виші. Скажіть, чи залучаєте своїх студентів до активного спорту, відпочинку? Ну, хороший вопрос, Тань. Вот, ви знаєте, ми тільки що думали о том, як же привлечь студентів і чим привлечь. Вот буквально только что я провел занятия и имею возможность в перерыве попрактиковаться. Но мы задумываемся о том, чтобы действительно, во-первых, физкультура есть, и возродили, и работает физкультура. Но мы даже задумываемся о том, чтобы давать такую возможность нашим студентам, типа призовая игра. Прокатись с профессором на велосипеде, прокатись с профессором на сапе. От дійсно, ви спеціалізуєтесь на інноваціях, тож ось це в зрівнянні з фізкультурою, ну, це круто. Ну, да, как бы модный вид спорта, но если честно, что меня в нем привлекает то, что здесь действительно ты чувствуешь единение с природой. И вот то, что вы сказали, как раз созвучно. Мне и хочется, и студентов своих заразить своей любовью к спорту и здоровому образу жизни. Какие эмоции у студентов, когда они дізнаються про то, что вы ходите на САПе? Вы знаете, я не очень хвастаюсь этими своими увлечениями, но действительно легкое ошаление, если в каком-то контексте это выплывает, легкое ошаление есть. Так что действительно сложно в это поверить, но я еще раз хочу сказать, здесь нет ничего сверхъестественного. Главное, по-английски говоря, feel like this, то есть чувствовать в этом направлении и иметь нормальное снаряжение. То еще ж думать, робити треба. Будем дивитись на вас. Спасибо, спасибо. Як эмоции после такой прохолодной прогулянки? Ну, как и ожидалось, в общем-то, когда кислород попадает в мозг, добирается до клеток мозга, ощущаешь эйфорию без всяких специальных средств. Ну и потом, если жить жизнью с хорошим спортом, я не говорю профессиональным, с хорошим спортом, то это просто необходимость. Absolutely must, как говорят англичане, без этого сложно выжить, поэтому... Вы уважаете себя экстремалом? Ну, если считать экстрим, вот прогулку по воде в 6 градусов почти зимой, в последний день осени, то, наверное, да, хотя, ну... Зараховано, мабуть, да, экстремал. Зараховано, да. А щось таке екстремальний, якийсь вчинок...
найекстремальніше в житті? Можливо, навіть не спорт. Ну, не спорт. Больше всего вызовов, конечно, дает профессиональная деятельность. Да я вам скажу, просто выйти к студентам, к сегодняшним студентам, это уже экстрим, когда ты балансируешь всегда по какому-то лезвию, когда сегодняшние студенты готовы сравнивать тебя с тем, что они видят, слышат через те же социальные сети, всюду-всюду. Это большой экстрим. В моей жизни как управленца, что ли, в свое время, как только я стал принадлежать к топ-менеджменту университета, моя задача была развернуть весь университет в сторону европейских стандартов образования. И поверьте, там экстрима было больше, чем достаточно. Дякую вам дуже. Ми з вами ще поговоримо. У мене дуже багато питань, тому ми вас відпускаємо. Спасибо. І зустрінемося в іншому місці. Ми вже поряд з основним місцем вашої роботи – університетом імені Альфреда Нобеля. По крайній мірі, тут, в нашій країні, так. Тож, скажіть, коли був перший день роботи саме тут? Ну, это было достаточно давно, 18 лет назад, в сентябре 2002 года. Интересная история, что меня руководство университета нашло по публикациям, пригласили, и я вот начал здесь работать, как считаю, достаточно гармонично влился в нашу команду. А скажите, до цього, де ви працювали? У Дніпрі? Да, в Національному університеті несколько лет, 7 лет, а до этого 7 лет я работал в академическом институте Академии наук Украины. Вот такая трудовая биография, всего лишь 3 места работы. Ви проректор цього університету, і ви спеціалізуєтесь на інноваціях. Весь наш університет спеціалізується на інноваціях, жадно їх впитує і генерує самостійно. Саме зараз, в часи дистанційної освіти, яка декого вибула взагалі з нормального руслу роботи, тож ви зараз розробляєте новий проєкт, інноваційний, Fusion Learning. Як ви розповідали, це буде щось нове, незвичайне і навіть не на рівні Дніпра, України, а взагалі на рівні світу. Розкажіть. Так получилось, что действительно нас отправили, по-украински говоря, зненацька в домашние условия, и те весенние 2 месяца мы действительно нарабатывали тот опыт, учились отчасти на своих ошибках, пытались бороться с проблемами, которые представляет дистанционное обучение. Я хочу сказать, что эта идея сделать так. Мы хотим, чтобы человек, независимо, где он находится, дома перед компьютером или здесь в аудитории, не чувствовал вот этой разницы. Люди у нас куча иностранных студентов, некоторые из которых, кстати говоря, оказались отрезаны, опять же, из-за карантинных ограничений. Они просто... Они навіть просто не могут приехать из-за кордону. Они не могут пересечь границу, совершенно верно. Вот. Так вот, чтобы эти все люди одновременно могли присутствовать на занятиях и могли не терять того качества, которое дает реальное обучение. Ведь не секрет, здесь я сошлюсь на того же Билла Гейтса, который излагает как истину не подлежащую доказательств то, что дистанционное образование по качеству хуже. Володимире, саме зараз в університеті вже вибрано окрему аудиторію, там, де розробляється і буде втілюватися ось цей проєкт. Вже є технічна документація. И идет закупка оборудования. Это единственное, что мы сейчас, ну, опять же, волей объективных обстоятельств можем делать. Освоение, вовлечение преподавателей – это, конечно, наш следующий шаг, тогда, когда мы сможем вернуться в наше прекрасное здание, которое сейчас, к сожалению, выглядит необитаемо. Ось це ваше основне місце роботи. Да. Де ще працюєте? І загалом, от заробітна плата, де ви її отримуєте? Ну, ви знаєте, найбільше в Україні чи за кордоном? Ця інформація конфіденціальна. Ну, я не можу похвастатися якимись сверхзаробітками, но от як по піраміді Маслоу. К
как бы хватает на то, чтобы задуматься о стимулах моральных, о том, что есть внутри тебя и что тебя ведет, ну, к каким-то новым достижениям, что заставляет ставить цели. Я рассматриваю, снова-таки возвращая мяч по поводу заработков, даже скорее мотивацией является то, что ты можешь что-то делать там и делиться тем, что получил, приобрел здесь. Ты можешь что-то приобретать там. То, что мы приобретаем там, мы фактически немедленно стараемся, пытаемся использовать здесь, в нашем учебном процессе. І це дуже чудово, якщо є така можливість. Володимире, кожна програма містить бліц-опитування. Швидкі питання, короткі, чесні відповіді. Готові? Да. Хто у вас сучасний кумир? Не сотвори себе кумира. Білявки або брюнетки? Брюнетка. Влада – це те, що вище людей або на рівні людей? На рівні. На якому авто ви їздите? Volkswagen. Ваші асоціації, коли чуєте Володимир Зеленський, окрім того, що він президент? Я вне політики. Водка або мартіні? Мартіні. Яке найбільш коштовне придбання у вашому житті? Наверное, квартира. Чи знаєте, як заробити мільйон? Не очень, іначе б, наверное, уже його заработав. Є фейкові історії про вас? Не знаю таких, наверное, не така звісна личність. Ким мріяли стати у дитинстві? Тим, ким став професіональним ученим. У вас гарна пам'ять? Как вам сказать, на языки – да, на даты, на имена – нет. Избирательно. Моє прізвище пам'ятаєте? Кондратенко. Майже, Кондрашевська. Володимире, ми не дарма приїхали сюди до парку ракет. Тож, ви отримали першу освіту за спеціальністю ракетотехніка та літальні апарати. Да, ну, к сожалению, я давно уже себя никак не ассоциирую с ракетами, так что это действительно фактически дань прошлому, не только моему, а в принципе славному прошлому нашей страны. Действительно, тогда, когда передо мной стоял выбор профессии, то он был абсолютно естественным для Днепропетровска, а именно физико-технический факультет. Ну, тобто ви в дитинстві мріяли стати космонавтом, наприклад, нет, або ракетобудівником? Просто ні. Це був естественний вибір. То, чим я хотів займатися, це наука, чим в сущності я і займався. Якщо були досягнення, чому ви все ж таки не пішли тим же шляхом науковця в ракетній сфері? Вот именно поэтому я и хотел поговорить о мотивации, о том, что все-таки, понимаете, любой человек, насколько бы он сильно психологически, морально-психологически мотивирован не был на какие-то достижения, если убирается фундамент, то, конечно, очень тяжело. Вот так получилось, наверное, у всего моего поколения. Я смотрю, что масса моих состудентов сейчас успешные бизнес кто-то уехал за рубеж, считанные единицы остались в той сфере, которую мы изначально для себя выбрали, в которой работали. Фундамент – це гроші, оплата праці. Вообще отношения. Ну, вы понимаете, что когда платят, когда наши доходы составляли 5, 7, 10 долларов не в секунду, а в месяц, то отношения, которое демонстрировало государство, было еще одной, может быть, последней каплей, которая привела нас к тому выбору и к крутому изменению судьбы. Пам'ятаєте той час, коли ви саме вирішили змінити напрямок своєї діяльності? Ну,
в какой-то степени это даже не определенный момент, а некоторое время, да, в классический вуз, центральный вуз, он был впереди модернизации образования. Вот я влился, присоединился к этому процессу. Попутно пришлось менять сферу деятельности. Ну, так получилось. Хорошо, что это не шинами торговать на базаре, условно говоря. Навіть зараз в Моторсічі використовують ту програму, яку ви написали ще тоді. Це скільки років тому? 10-12? Ні, ну це було вже, я скажу, где-то 20 лет назад, не работая над созданием, над совершенствованием нашего двигателя, который устанавливается на МРИ и на Руслане, мы действительно достигли определенного высочайшего мирового уровня. И вы знаете, ведь законы гидродинамики, газодинамики не изменились с тех пор. І да, поэтому до сих пор используются программы. Якби сьогодні, так би мовити, давайте помріємо, якби на сьогодні дали фундамент ракетобудівництву, ви повернулися знов чи ні? Ну, действительно, это очень сложный вопрос. Если мы готовы, если мы понимаем, что выйти, вернуться к тому уровню, который вот у меня за спиной, мы можем только через вот такую вот массированную подготовку молодых, через возрождение престижа той сферы, в которой наша страна, вне всякого сомнения, була мировим лідером, але зараз це лідерство втратило. Ви розповідаєте своїм студентам як приклад мотивації і зміни вашої сфери роботи. Не очень то і прийнято приводити себе в пример, но вот это вот как раз ситуация с тем, что мне все-таки пришлось менять сферу деятельности. Я использую в преподавании, я говорю, ребят, что искать надо силы в себе. И ваш главный источник мотивации, он внутри себя. Но при этом я предупреждаю, что все-таки вместе с тем нужно всегда помнить, что эти силы не безграничны, и вот этот вот продукт, мотивация такая на собственные достижения, это продукт, в общем-то, скоропортящийся. Но это не отменяет того, что каждый действительно должен находить и искать в себе силы даже тогда, когда обстоятельства против него. Да, всего наихорошего. Сьогодні ми познайомились з українським професором, який вміє надихати, завжди шукає нові можливості навіть в складних умовах і відверто та чесно ділиться цим зі своїми студентами. А ми зустрінемося за тиждень в проєкті «Без брехні».